Ну вот, ночной поход, мой магазин Бим. Сейчас 20-го, 8 часов вечера, сейчас магазины открыты. Вот, это в Кепезе, Ахатле. Вот также и Тахтакале вот открыто. Вот, все есть, продукты все есть. И рис, мис, ну макарон, конечно, меньше стало. А то и некоторых магазинах вовсе нет. Ну, говорят, мы завозим и разбирают. Ну, потому что самое дешевое это. Сейчас туристический этот сезон не открывается. Многие без работы. И по этим, как и по оценке специалистов, в этот сезон, говорят, могут остаться без работы только в Анталии 100 тысяч, это самое, людей без работы. Вот сегодня было в Фейсбуке, потому что туристическая отрасль здесь в Анталии, она основная, градообразующая. Вот, ну, пока продлили этот карантин до 1 мая, ну, до конца апреля, ну, я думаю, что все будет нормально. Вроде бы министр здравоохранения сказал, что 3 недели люди должны в основном находиться дома. Вот, в течение 3 недель вот, должно быть пик вот этой заразы. Ну, а так народ спокойный. Сегодня на рынке тоже. Это люди, конечно, раскупают лимоны. Вот, берут лук, покупают чеснок. Вот, а так ажиотажа как такового я не видел, чтобы это или увеличение цен не видел, наоборот, дешевле стало. И вот сегодня я прочитал в новостях, что из-за этого коронавируса в Анталии 70% упали объем розничной торговли. То есть продажи не идут. Вот. И вроде бы сейчас правительство ввело меры и вливание в этот бизнес, чтобы поддержать предпринимателей, работающих в фирме, в сфере турбизнеса, торговли. Вот, и делают отсрочки от налогов, и даже минимальную пенсию увеличили до 1500 лир, самую минимальную. Но государство поддерживает, естественно, делает как бы шаги, потому что, да и не только Турции, мне кажется, любой здравомыслящей стране поддержать своих граждан правительство должно. Вот, поэтому особо такого вот паники такой нету. Ну, люди, конечно, уже сегодня я видел на рынке, уже очень много людей в масках. Если неделю назад я, когда в маске ходил, снимал, помните, для меня смотрели как на чокнутого как-то. Сейчас уже и в перчаточках, и в масках. Вот, и люди пожилого возраста в основном. Молодежь как-то вот относится вот так вот, сквозь пальцы, вот. Но вот возрастные, это самое, я посмотрел, у всех маски. Вот. Ну, конечно, еще, вот, гром не грянет, пока говорят же, не перекрестится. Вот так же и здесь, пока еще не так уж это, чтобы панику не делают, и как-то они сквозь пальцы смотрят. Вот. Они вообще оптимисты в этом плане, мне нравится. Вот. Ну, народа вот такого вот чайных уже нету. Пустые. Вот если в это время полны были чайные, чайханы, вот как в Алтеде, сейчас же дома сидят. Вот даже сами турки своих этих шутят, говорят, теперь будет детей больше.
Потому что уже мужик. А так турки-то мужики как? Вечерами идут, там чайхане сидят, нарды играют до полночи. Вот с работы пришел, а целый день на работу, а вечером тоже его жена не видит, только спать он приходит. А сейчас дома. Вот. Так что коронавирус сблизил вот так вот людей. Вот. Семей я имею в виду. Вот. А так люди сейчас, вот в аптеке я сегодня заходил, в аптеке аж беспрецедентные меры, лентой завязали, кассы на метр нельзя подходить. Не, да и не подойдешь ли метр, и оттуда руку протягиваешь деньгами, вот, и он подает лекарства. Вот. Вот пустота, пустота, видите, ажиотаж такого народу нету на улицах, вот. Все стараются у себя дома, для себя карантин, вот. Ну, вакцины, видите, вакцины, говорят, и начали, работают над ними турецкие это медики, вот, и российские, уже 6 вакцин, уже пошли, как бы, на испытания на животных, по лабораторных мышах, вот, потом, говорят, сегодня Роспотребнадзор российский сказал, что в третьей декаде уже будут испытаны они на людях. Но я думаю, что все будет нормально. Главный иммунитет. Главный иммунитет, даже я здесь, у меня врач друг есть, турок, я с ним разговаривал, он говорит, главный иммунитет. И вы даже его перенесете на ногах, как обычный грипп. Вот. Главное, говорит, иммунитет. Вот. Иммунитет, говорит, должен быть сильным. Ну, естественно, гигиена. Гигиена, гигиена, гигиена. И все будет хорошо. Так что я думаю, что человечество много раз этих зараз, это самое, испанка была на его истории, и эбола была, и другие это были, и чума была, оспа была, человечество везде, это как бы выходило из этого. Думаю, что из этого тоже человечество выйдет уже и обновленным, поймет на многое. Вот видите, война и вот такие болезни человека меняют. Человек уже совсем по-другому смотрит на ценности. Видите, он даже этот коронавирус, никого не жалеет, ему по барабану. Он миллионер, королева, президент, ему пофигу. Пофигу, понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что человечество изменится к лучшему, и все будет хорошо. Главное, берегите себя. Иммунитет главное. Иммунитет, иммунитет. И гигиена, гигиена. Вот самое главное, гигиена. Вот. Всех вам благ. Доброго вечера вам еще раз. Пока-пока.